Всем привет, с вами InformTV. 62-летний Валерий Сюткин сегодня стал отцом. Об этом рассказали изданию Starhit близкие друзья семьи. А оказывается, певец все это время скрывал беременность супруги и даже сейчас не поделился с поклонниками этой радостной новостью. Ребенка родила жена Валерия, Виола, в одной из элитных клиник Москвы. О втором малыше пара мечтала многие годы. В начале 2020 года артист рассказал, что на Новый год пожелал пополнения в семье. Видимо, они уже тогда знали, что скоро станут родителями. Из-за возраста будущей мамы все держали в секрете, ведь женщине уже 45 лет. При этом Сюткин говорит, что о суррогатном материнстве речи не было. Врачи одобрили беременность жены, и все время Виола находилась под наблюдением. Друзья рассказывают, что Сюткин всегда был внимательным мужем, а в этот период он пылинки сдувал с любимой жены. Кроха появился на свет в 13:50, и он является четвертым ребенком Валерия. От первого брака у него есть дочь, от второго – сын Максим. С Виолой они тоже воспитывают доченьку, но она уже взрослая девушка. Напомним, с женой он познакомился, когда она работала в коллективе группы «Браво». На момент знакомства ей было всего 17, а ему 35. Мужчина долго завоевывал сердце молодой девушки, и в итоге она уступила. И вот почти 30 лет они живут душа в душу. Поздравляем молодых родителей! Если вам нравятся песни Валерия Сюткина, ставьте лайк. Не забывайте подписываться и жмите на колокольчик. Удачи!